Оль, я ничего не поняла. Что случилось? Мам, Егор в реанимации. В смысле? Что такое? Да с ним все в порядке. Пойдем, пожалуйста, скорее. Это его мама сбила машину и сделала операцию, она в реанимации. А врач ничего не хочет Егор толком объяснять. Говорит, что он несовершеннолетний. Я подумала, ну, может, ты с ним поговоришь, а? Ну, конечно, я поговорю. Пойдем быстрее. Вдруг знакомые увидят. Ну так ты моя невеста, ну и что? А на мне не написано, что я твоя невеста. Рит, а давай я тебя со своими родителями познакомлю. Ну, уже пора. Сейчас. А потом другим расскажем. Я не могу, я не готова, я не выгляжу. Рит, ты что, трусишь? Моим родителям вообще фиолетово то, как ты выглядишь. Ты им понравишься? Что, если не понравлюсь? Вернее, я точно знаю, что не понравлюсь. Они не будут расстроены, когда узнают, что ты не будешь в институт поступать. Институт – дело наживное. У меня отец всю жизнь мастером на заводе работал. И говорит, что бумажка – это не главное. Когда они узнают, что у них будет внучка, будут счастливы. Нет, сделаем вот что. Ты их подготовишь, я испеку пирог с яблоками и, может быть, выходные. Ну, хорошо, договорились. Ром, представляешь, они мне говорят, вам нужны новые бизнес-проекты и новые принципы управления. Тогда народ у вас будет перерабатывать много, но не ради денег. Представляешь? Не ради денег. Да, Жан, что там у тебя? Задержали. И кто на этот раз у нас? Да, погоди с милицией. Я говорю, погоди с милицией, я уже подъезжаю. Я сама подойду, поговорю. Да, ну вот. Вот опять Несуна задержали. Точнее, Несунью. Вот прут все, что плохо лежит, а? Вот такие у нас работнички. А они мне про идеи. Ох. Здравствуй, Нина Петровна. Что ж ты, дорогая моя бригадирша, так себя подвела? Куда подвела? Ну как куда? Прямиком под статью. Еленочка Федоровна, родненькая, ну какая статья? Не брала я ничего, не брала. Говорят, две пачки масла у тебя в сумке нашли. Так ведь? А ты говоришь, не брала. Я не знаю. Я не знаю, откуда у меня это масло проклятущее в сумке оказалось. Может, подсунул кто? А что теперь? Ну, милиция подъедет, протокол оформим. А дальше пусть сами решают, что там после ареста назначат. Административного. Для начала 15 суток прокукарекаешь на нарах, а дальше уж как суд решит. Суд? Да. Да за что?
За две пачки масла. За две пачки масла, Нина Петровна, за две пачки масла, эх. А ведь ты, бригадир, должна пример подавать. А ты сама же и проворовалась. Теперь тебе ответ держать за всю недостачу в цеху, за весь квартал. И скажи спасибо хоть не за... Хотя там тоже такая цифра выскакивает. Сразу скажу. На хищение в крупном размере тянет. И с конфискацией. Еленочка Федоровна, миленькая! Ты что? Не Стань! Помните! Что ты? Что? Миленькая! Стань! Ну что ты? Помоги! Стань! Ну жалко! Жалко мне тебя, Петровна! Ты ведь 20 лет отработала. Вот не водилось за тобой такого прежде, верно? Ей-богу, ни копеечки, ни копеечки. Все. Я попробую тебе помочь. Ну и ты должна кое-что сделать. Соображаешь? Вот и хорошо. Соображаешь. Я сделаю. Я все сделаю. Спасибо тебе, родненькая. Ну не надо. Все. Тихо. Маленькая ты моя несчастная девочка. Ну почему? Почему ты не рассказала мне сразу? Вот и наломала дров. Я не хочу жить, мама. Я не знаю, зачем жить. Все. Тихо. Увидишь, все наладится. Он женится, у него будет ребенок. А у меня никогда не будет детей. Я ведь только ради него, мама. Только ради него это собор. Хватит. Я тебя никому в обиду не дам. Я все исправлю. Вот увидишь. Привет. Ну как ты? Никак. Ты давно здесь так сидишь, а? Ну скажите нам хоть что-нибудь, мы же волнуемся. Ну, я сказал уже мальчику, могу вам сказать то же самое. Суток не прошло после операции. Мой прогноз пока очень осторожный. Что это значит? Вылечите ее? Это значит, молодой человек, что мы делаем все, что можем. И не даем пустых обещаний. Давайте мы тоже что-то сделаем. Ну я не знаю, лекарства купим. Все, что скажете. Больным в реанимации ничего не нужно. А вот уважаемым родственникам следует набраться терпения. Телефон для связи есть? Будут вопросы? Звоните. Вот так. А мне с мамой можно увидеться? Нельзя. Пока нельзя. Лев Аркадьевич, да. Из отдела Максименко пришли. Пойдемте. Егорушка, скажи мне, а ты сегодня ел чего-нибудь? Не помню. Давайте перекусим. Да, Оль? Я за. Пойдем. Нет, мне к деду надо. Еще с Гердой погулять. Да мы быстренько, мы все успеем, не волнуйся так. Все будет хорошо, слышишь меня? Ну что, наелись? Ой, да, все. Да, спасибо большое, я прям объелся. А можно я один пирог Герди возьму домой? Конечно. А просто у меня не кормленная. И не гуленная. Ну что, совсем некому с ней погулять? Ну попроси кого-нибудь из родственников. Какие родственники? У нас в семье-то трое. Я, дед и мама. Деда хотели выписывать из больницы, а у него инфаркт. На его глазах мама машину сбила. Егорушка, ну не переживай, пожалуйста. Все наладится, правда. Может, кому-то из дальних родственников позвонить, но не может быть, чтобы у тебя вообще никого не было. Вообще-то есть бабушка, но она в Фейске осталась.
Честно говоря, я адреса не знаю. А давай так. Забирай собаку вещи и приезжай к нам временно. А я пока бабушку пытаюсь твою найти, чтобы она приехала и помогала тебе, хорошо? Не-не-не, бабушку не надо искать. Но если они с мамой не общаются, наверное, какая-то причина была. Ну, если есть причина, то она давным-давно в прошлом уже. Сейчас. Алло? Лен, жду тебя у ресторана. Сейчас. У какого ресторана, Сереж? Лена, сегодня юбилей нашей боевой группы. Ноги будут семьями. Ты что, забыла? Еще что-нибудь поделаем, уже поготовим. Ты что ты раньше не сказал, Сереж? Я тебе говорил. Серьезно? Сережечка, прости меня, пожалуйста. Я не смогу, к сожалению. Только ты не обижайся, ладно? Ясно, я не обижаюсь. Давай до вечера целую. Ребят, я побегу, у меня встреча. А вы навестите дедушку, забирайте собаку, вещи и к нам, хорошо? Хорошо. Да. Все. Спасибо. Ну что ты? Все будет хорошо. Пока. Пока, мам. Так, давай шустрее. Да, алло. Слушай, ну вычислил я координаты этого чувака, который с Ряхиным работал. Сейчас быстренько к нему метнусь. Побазарю, так сказать, за телефон Уткиной. Не-не-не-не-не-не-не. Ты лучше его вызови к нам повестку. Какая повестка, Жень? Зачем? Он успеет так подготовиться, ты понимаешь? Думай. А так хоть какой-то будет эффект неожиданности. Да ты что, а если ты его спугнешь, когда к нему домой заявишься? Нет, давай-ка ты его приглашай к нам повестку. Жень, мое дело тебе предложить, твое дело просто подумать. Мне Визигин уже задолбался, честно. Рвет и мечет. Звонит, звонит, звонит. Кстати, про тебя тоже спрашивает. Ну, а ты там что делаешь? Работаешь? Нет. Я на свидании в ресторане. На свидание — это хорошо. Давай там погуляй за меня. Давай. Давай. Просто... Привет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а что это за красота? Ну, Женька, ты перестань. Ты сегодня хватит. Просто неотразима. Ты тоже вроде как препаратишь. Богиня. Иди сюда. Все правильно, мы же с тобой покупаем дорогущую картину, да? Да. А давай как будто семейная пара покупает дорогущую картину. Жень, хорош, а? Ну, что ты делаешь? Все, идем. Погоди. Расскажи мне, в чем дело. Не хочу там выглядеть идиотом. Ладно. На самом деле, Дана Глебова – это наша Яна. Понимаешь? Дин, как такое может быть? Пойдем. Ты сейчас сам все увидишь. Пойдем. Помнишь, я у тебя спрашивала, может ли теоретически человек начать свою жизнь с нуля, с самого начала? Спасибо. Спасибо. Ты сказал, что может. Угу. Наша Янка так и сделала. Она начала с нуля. Она теперь живет такой жизнью, о которой всегда мечтала. Тусовки, презентации, выставки. Погоди, погоди, Дим. А что это за золотой период, на который должна клюнуть Дана, она же Яна? Это картина, которой она очень дорожит. Жень, давай без подробностей. Без подробностей? А ничего, что у нас завидное дело об исчезновении человека? Ну, хорошо. Вы спрашивали меня по поводу картины? Так, мать, только ты осторожно, горячо. Так, тарелочки. А я сейчас хлеба порежу. Так, сиди. Сиди, уже порезали. Ну что ж, я совсем, что ли? Так, я сегодня борщ по новому рецепту варил. С нашими помидорами. Давай. Ну? Угу, спасибо. Ага, как оно? А? Угу. Ага, то-то. Ага. Ты, Василий, у нас везде передовик. И в гараже, и в огороде, и на кухне. Ладно.
что такого? Ничего такого тут нет. Нормальное дело. А я-то вот села, ножки свесила. Ну, слепая как. Так, мать, ну не гунди уже, а? Ну, свою отпахала, отдыхай. Сами без тебя управимся. Ромка, как твои дела? Что нового? Хотел вас с девушкой своей познакомить. Угу. Да? Где она? Но она застеснялась. Ха. Да ты что, Ром? Угу. А кто же она, как звать? Рита. В медучилище учится. Мы уже с ней несколько месяцев встречаемся. В медучилище — это хорошо. Слушай, медсестрички такие чистенькие, аккуратные. Чего ты, отец, и профессия востребованная. Кому укол, кому еще чего. Только как же с Нелли Доронина-то быть? А что с Нелли? Ну, да ладно, Ро, ну ты же ей нравишься. Она ходила сюда. И что? И что, что ходила? Семейка. Вот что им приспичится, вынь да положь. Думаю, денег много, так все и всех купить можно. Да, отец, ну что, чего-то разошелся? Да ничего. Мать, у него мужик в юбке, но это и понятно при такой-то должности. А Нелли мне нравится. Вежливая, симпатичная, очень. Вот интересно, сама на слепоту жалуешься, а то вдруг разглядела, что Доронинская дочка симпатичная. А что ж такого? Ведь каждой матери хочет, чтобы у ее сына жизнь-то получше сложилась. Так, все, хватит. Альфонса из Ромки я тебе делать не позволю. Ромка, а ты давай не тяни. Веди сюда свою Риту Маргариту, знакомиться будем. Познакомлю. Ты чего, мам? Эх. Ой, мальчик. Да так, ничего. Эх, совсем ты взрослый у меня стал. Мать. Сын. Ну, ну, ешь, давай, ешь. Так это вы собрались приобрести золотой период? Да вы присаживайтесь. Обсудим сделку. Скажу сразу, сделка не состоится. Человек, который прислал вас на эту встречу, не имеет никаких прав на мои работы. Он жулик и наглец, завладел картиной и хочет урвать денег. Я не знаю, что он вам там наобещал, но вы зря потратили свое время. На самом деле мы здесь для того, чтобы с вами поговорить. О чем? Я предупредила, картина не продается, а даже если бы и продавалась. У меня контракт с галереей, все продажи только через них. Никаких контрагентов. Разговор окончен. Дело в том, что эта картина, как и остальные ваши, ну, очень похожа на работы нашей знакомой Яны Гущиной. Может быть, вы ее тоже знаете. Гущина? Нет, никогда не слышала. А по поводу похожести. Многие художники работают в схожей манере. Вот людям, далеким от искусства, и кажется, будто картины похожи. Вы меня извините, но у меня больше нет времени на пустые разговоры. Но она явно что-то знает. Пойдем за ней. Зачем, Дин? Подожди, стой, остановись. Стоп! Давай проясним ситуацию. Ты мне сказала, что Дана — это Яна. Мы увидели совершенно другого человека. Ты вообще видел, как ее перекосило, когда она Янкину фамилию услышала? Пойдем. Дин, у меня очень много работы. Ну хорошо, вот иди и работай. А я пойду. Дана, подождите, пожалуйста. Ну просто замечательно! Стой!
как дела? Ну и куда она делась? Меньше разговаривать надо было. Сразу догонять. Да не пугайтесь вы, пожалуйста. Нам просто надо поговорить. Я задам несколько вопросов, и все. Я она очень близкая, мне подруга, понимаете? Мне тоже. Ладно. Дед, ты как ездишь? Я тут при чем? Вы сами меня подрезали. Ты гляди, это ведро с болтами еще и вякает. Короче, деда, ты попал по полной, понял? По полной попал. Чего ты разорался? Сейчас милиция приедет, разберется, кто прав, кто виноват. Напугал. Цирк уехал, а клоуны, видать, остались. Дед, ты вообще что ли ку-ку, а? Что ты себе позволяешь? Чокнутый. Алло? Добрый день. Я могу услышать Маргариту Невинскую? О, да, это я. Ведь это вы отправляли реферат на конкурс молодых ученых, я не ошибаюсь? Да, отправляла. Вас беспокоит профессор Зуев. Я председатель конкурсной комиссии медицинского института. Я вас поздравляю, Маргарита. Вы выполнили прекрасную работу, посему приглашаю вас в институт для очной встречи. Спасибо, а зачем? Позвольте, вы намерены продолжать свой путь в медицину? Да, конечно. Только, боюсь, сейчас придется отложить. Дитя мое, никогда не откладывайте на потом то, что можно и нужно, подчеркиваю, нужно, сделать сегодня. Сейчас я тебе! Извините, я вам перезвоню. Ритка! Дрянь! Я сейчас убью тебя! Да что случилось, мама? Что ты, дрянь? Что случилось? Уже весь город говорит, кого я вырастила! Мать, это чума! Дрянь такая! Мама, да что? Нагуляла пузо матери расхлёбывай, да? Да не надо ничего расхлёбывать! Я замуж выхожу, мам! Нет, моя дорогая, ты сейчас пойдешь бегом на аборт! И чем быстрее, тем лучше! Дрянь! Только не попай! Я оказала Яне услугу, но я тогда была замужем за нормальным мужиком. Он мне оплачивал мастерскую в центре. А у Янки бедолаги дела были совсем плохо. В каком смысле? Вы не знаете? У нее старший сын умер от порока сердца. Младший вроде родился здоровым. Ни УЗИ, ни обследование сначала ничего такого не показали, а потом... Такой же диагноз. Янка прям с ума сошла, говорит, я второй раз не переживу. Угу. Ну, об этом я знала, конечно. А ваша помощь конкретно в чем заключалась? Яна перевезла ко мне в мастерскую свои картины. Ну, сказала, что дома негде хранить, и попросила подержать. Но я думаю, что дело в другом. Она просто знала, что у меня в мастерской постоянно движуха. Ну, то съемки, то фуршеты. Вот и затеплилась у нее надежда, что ее работы кто-то дозаметит. Заметили. Заметили. Угу. Так заметили, что вы решили выдавать ее работы за свои и продавать? А что мне было делать? Отнести на помойку? Яна исчезла. Я влюбилась в этого придурка. Феликс, как полная идиотка, бросила мужа. За мастерскую платить нечем. Да. Да, я стала продавать Янины картины, и мне не стыдно. В конце концов, она была бы рада узнать, что успех пришел к ее работам даже... После ее смерти. А почему вы так уверены, что ее нет в живых?
Ну а где она тогда, по-вашему? Ладно, я больше ничего не знаю, мне действительно пора. Но вы же понимаете, что картина, надо вернуть ее семье. Или… Или что? Ну что вы так на меня смотрите? Вы думаете, я прям так нагрелась на ее картинах? Феликс, да. А для меня это сплошная головная боль. Не так легко продать картину, когда у тебя ни имени, ни куратора, ни папика. А у Янки эти шедевры вон лежали штабелями, никому не нужные. И они давно бы уже были на помойке. Я просто не даю им пропасть, вот и все. Хотите, забирайте. Богема? Дин, ты чего? У меня только-только появилась надежда, что Янка жива. И опять все рухнуло. Хорошо. Екатерина, Ковалева, не ошибся? Да, я, а вы? Меркулов Федор Николаевич. Мы знакомы? Ну, как сказать. Мы с вами виделись всего один раз, что, вероятно, было ошибкой с моей стороны. Я врач-психиатр. Я наблюдал вашего покойного супруга. Да, теперь узнала. Извините. Екатерина, подождите! Подождите, нам надо поговорить. Нам не о чем с вами разговаривать. Вашего пациента уже нет в живых. Я знаю, это ужасно. Я с себя вины не снимаю. За 30 лет практики у меня было только пару случаев, когда я не смог помочь своим пациентам. К сожалению, ваш супруг… Пополнил ваш отрицательный список. Извините, я в детский сад опаздываю. Екатерина, вы вправе быть резкой. Вправе сомневаться в моей профпригодности. И тем не менее, я предлагаю вам свою помощь. Какую помощь? Зачем? Затем. Что потеря супруга – это огромный стресс. И последний год вашей супружеской жизни тоже был для вас значительным испытанием. Послушайте, вам что, мой муж ничего не рассказывал? А что он должен был мне рассказать? Ни за что не поверю, что Дима вам на меня не жаловался. Он что вам, не говорил, что у него черствая жена? Что я изменяю ему с коллегой по работе? Но ведь на самом деле это не так? Конечно, нет. Но все наши общие знакомые, кому он рассказывал, верили. Даже Димин родной брат уверен, что из-за меня он решился на самоубийство. Я во всем виновата. Болезнь настигает человека неожиданно и несправедливо. Это трудно понять и принять. Поэтому людям свойственно искать простые объяснения. Послушайте, у вашего мужа Дмитрия Ковалева была… серьезнейшее посттравматическое расстройство, которое спровоцировало глубокую депрессию. Я не раз ему предлагал госпитализироваться, он отказывался. Да что там говорить, ни один курс лечения, который я ему предлагал, он не прошел до конца. Это было его решение, которое привело к трагедии. А вы здесь совершенно ни при чем. Послушайте, вот вы мне сейчас все это говорите, чтобы успокоить меня. Уважаемая, я не новомодный психолог, получивший образование в подворотне. Я врач старой школы. Поэтому я привык говорить пациентам всю правду, как есть. И я заверяю, на вас вины нет. Вот, если захотите поговорить, позвоните. Спасибо. Не за что. Берегите себя. Вася! Мама, ты со мной? Куда? Привет, сынок. Да, а что? Мы просто с ребятами играем, строим дом. Зайка, ну… Пойдем. Нам уже идти нужно. Давайте вы завтра доиграете. Хорошо? Вот. Пойди пока, попрощайся. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, как Вася?
Да что, как все ребята. Весь день бегает, играет. Как все? Ну да, как все. А что? Да нет, ничего, спасибо. Васенька, ты поиграй еще, сынок. Ди, ну ты что? Да ничего. Абсолютно был прав Коржов, и Нелли была права. Занялась я не своим делом. Нафантазировала себе бог знает что. Перестань. Семью забросила. Перестань. Я тебе не должен этого говорить, но в деле Ани нашлась новая, очень важная улика. Это что, какая улика? Не-не-не-не-не-не. Я тебе не скажу. Я тебе и так сказал больше, чем должен был. И то только для того, чтобы ты понимала, что процесс идет. Ясно. Ну, тогда у меня к тебе просьба. Какая? Найди, пожалуйста, для меня адрес Двинской. Нет. Нет. Нет, никаких телефонов, никаких адресов. Хватит. Это никакого отношения к Аниному делу не имеет, честное слово. Это бабушка мальчишки, Егора. Ну, он танцует с моей Олькой. Ну. А что же у него? У него мама в больнице, а он сам остался один. Надо бабушке сообщить. А у него нет телефона родной бабушки? Ну, к сожалению, нет. Тогда другой вопрос. А что ты ждешь от бабушки, которую нужно разыскивать с полицейским? Ну, ты знаешь, если там дело в банальной ссоре, то самое время помириться, ведь правда? Логично. Ну, помоги, пожалуйста. Хорошо. Рома! Ром! Рома! Кто здесь? Здравствуйте. Я к Роману, он дома. Деточка моя, да что ж ты спрашиваешь? Заходи. Заходи скорее. Заходи. Вы позовите, пожалуйста, Рому. Мне надо с ним поговорить. Так нет его. С отцом он сейчас. Слышала ты, какая беда-то у нас? Нет, а что случилось? Отец-то наш аварию устроил. И свою машину разбил, и чужую. Дорогую. Как такое могло случиться? Он всегда так аккуратно ездил, и Ромке всегда об этом твердил, когда за руль его пускал. Так может, он и не виноват ни в чем? Виноват, не виноват, кто же будет разбираться? Только Бундиганов-то отпустили, а моего посадили. Господи! Как посадили? За что? Разве погиб кто-то в аварии? Господь с тобой, все живы. Только ведь он от любой-то несправедливости скидывается, и тот не стерпел. В драку полез, когда его обвинили. Ромка сейчас в отделении. Когда вернется, все расскажет. Только... Что? Если его посадят, как же мы жить-то станем? Ромка не доучился, а я вот курица слепая, обуза. Деточка, у меня только на тебя надежда. На меня? Девочка моя, родная, не бросай Ромку моего, я тебя умоляю. Я его никогда не брошу, обещаю, я его очень люблю. Спасибо тебе, спасибо. Я знала, я верила, что ты хороший, ты замечательный. Помоги нам. Да как же? Поговори с матерью, Нелечка.
Христом Богом прошу, поговори. Я не... Что? Прошу тебя, пожалуйста, поговори с матерью. Ромка тебя любит, он тебя любит. Ты с ним будешь счастлива, я тебе обещаю. Нелечка! Куда же ты, Нелечка? Нелечка! Нелечка! Кстати, можешь меня поздравить? Мы сдали спортивную площадку. Давайте подолью. Немножко. Вот представь. Давай. Покрытие принимает одна комиссия. Инвентарь другая. Скамейки третья. И мы справились. Тебя снова завалили работой, и ты счастлив. Скандал скандалами, а учебный год никто не отменял. Это точно. Как твой день прошел? Давай. Я была на собрании поселка по поводу премии для старожилов. Оплачивала счета за дома. Слушай, а ты случайно родительский дом не оплатила? У меня просто вообще времени нет, я даже не приезжаю туда. Угу. Ром, а может продадим его? Ну что он стоит пустой, старый? Он в таком состоянии, что его даже сдать не получится. Зачем он нам? Нель, ну это память о моих родителях. Ну ты перевези вещи, которые тебе дороги, сюда. Ну при чем здесь вещи? Ну при чем тут вещи? У меня этот дом отец построил, сад посадил. Для него это был больше, чем дом. Это было как родовое гнездо. Даже вот когда бандиты его прессовали, он не продал дом. Он мечтал, чтобы туда приезжали внуки. Ой, опять. Ну, прости, что его мечта не осуществилась из-за меня. Нель, ну вот все время заканчивается одним и тем же у нас, а? Заходи. Приперся сюда зачем? До завтра подождать не мог с деньгами? Заработал, получил. Я так считаю, чего тянуть кота за? Тем более завтра свои дела есть. Держи. О. Ну, спасибо. Ты вообще-то не злись. Мои пацаны четко сработали. Деду такую сумму объявили. Мама, не горюй. Без штанов останется. Драку зачем затевать было? Это вообще не наша тема. Дед просто борзый оказался. Первый боковать начал. Просто мои пацаны объяснили ху из ху. Вот так вот. Хватит. Давай. Все. Ладно, в расчете. В расчете. Иди. Мам? Ой. А кто это был? Да так, с завода. Ты давай иди учи, что задали. Завтра спросят. Подумал, ты была права. Вот ключи от родительского дома. Съезди туда с Наташей, пусть она своим риэлторским взглядом посмотрит и выставляйте на продажу. Нужно уметь отпускать. Я люблю тебя. Я знаю. Ты ничего не знаешь.
Это все кто? Твои родственники? А? А, нет, это... Это родственники деда. У него там все по линии царские генералы, ученые, юристы. Был даже это... композитор. Скрипкин. Евгений Львович, слышала? Да ты что, его все знают. Сейчас, оперу написал. Не слышала? Нет, извини. Ну, ты даешь. Ладно, я тоже не слышал. А почему ты говоришь, что это все родственники деда? Потому что мы, на самом деле, с дедом не родня. Какая ты булка. Как это не родня, если ты его дедом называешь и живете вы вместе? Мама его любимая ученица. И он ей очень помог, когда надо было переехать из Бейска. Институт помог закончить со мной, все время нянчился. Да. Кстати, он смастерил альбом с моими детскими рисунками и фотографиями. Хочешь, покажу? Давай. Так, где он? Ага. Пойдем. Это мама. Подожди, а это все кто? На, это мамины однокурсники. Нет, у моей мамы есть такая фотка. Она говорила, что это ее однокурсники. Да просто все старые фотографии похожи, тем более однокурсники. Ты перепутала? Ничего не перепутала. Сейчас приедем домой, я тебе докажу. Приедем, докажешь. Так, ну что? Поедем к себе? Да, поехали. А, погоди, телефон. Ты им так и не пользовался? Таким классным? Слушай, если бы я знал, что из этого телефона так все выйдет, вообще бы не брал. Вот я зря маму не послушала, она всегда права. А что, эта женщина-спонсор тебе даже номера не оставила? Ну, она вроде сказала, что сама позвонит. Как она тебе позвонит, если у тебя телефон даже не заряжен? Послушай, а если она действительно предложит нам контракт? Зачем отказываться, Егор? Ну, давай попробуем. Если нас что-то не устроит, то договоришься с ней и вернешь телефон. Решим. Так, Герда, поехали. Наша 156-я группа Здорово. Подлодок специального Здорово. Назначения – это подводный спецназ. Привет. Состоящий из закаленных людей и крепких специалистов-спасателей, всегда готовых прийти на помощь тем, кто несет боевое дежурство. Здорово, Здорово, Серега. Я думал, ты не придешь. Ну как такая дата? Да еще какая дата? Михеев сам из Владика прилетел. Специально отпуск взял. Да ты что, где он? Не знаю, где-то тут. Сейчас поищем. Ага. Поднимем. Пойдем, я тебя с семьей познакомлю. Давай. Здорово. Добрый вечер, здрасте. Здравия желаю. Добрый вечер, здрасте. Здорово. Вот она, вот она. Ну-ка, брысь. Ух ты. Алин, вот это команда. Знакомься, мой сослуживец Сергей Ковалев. Вместе с ним в колоколе работали. Очень приятно, Сергей. Наслышано. Взаимно. Максим, мы поедем домой, дети устали уже. У нас просто завтра у Зиночки еще занятия по математике. Ну, может, перекусите все-таки? Вон сколько всего. Нет-нет, у нас дома, как всегда, все наготовлено. Ну, как знаешь. Ладно, давай. Я через 2 часа приду. С ребятами хочу побазарить. Давай. Ну, не хулигань. Еще раз очень приятно. Хорошего вечера. Я за ним прослежу. Спасибо. Дети, Зина, Петечка, Вера. На, что слышно? Да я за рулем. Тебя трое. Как я успел, а? У Михеева 5. Вот это я понимаю, успел. Согласен. Ну, а ты как? Ты не женился? Ребята говорили, у тебя невеста имеется? Да, имеется. Ну, где она? Ну, где, где? Где она? Не вижу. Я... Занята сегодня. Деловая невеста, да? Все-таки надо ее предъявить общественности. Согласен? Согласен. Пойдем, поедим. Пойдем. Ну, аккуратно. Опа. Валя. Где все ложки? А, вот ложка.
Привет, молодежь, что делаете? Привет. Ты чего так вырядился? Со служивцем не встречался. Здорово. Здрасте. А мы ужин готовим и кекс печем. Кстати, Егор сегодня у нас останется. Да, мама предупредила. Она, кстати, где? Ее еще нет. Что за альбом такой? А, это ты представляешь? Я Егору фотку одну показывала. У его мамы точно такая же есть. Мне кажется, они знали друг друга в молодости, в Вейске. Потом мы забыли. Ой, ну что за ерунда. Мама Егора и твоя мама молодые женщины. До склероза еще далеко. Я как они могли забыть друг друга? Удивился. Ну а как тогда объяснить, что у них есть одни и те же фотографии? Вот, вот эти. Это же мамины однокурсники. Вот тетя Рита. Это точно все мамины однокурсники? Ну да, она так говорила. Ой, я вообще забыла, она очень не любит эти фотографии. Ругаться, наверное, будет. Не будет, она ничего не узнает. Давайте, готовьте ужин. Скоро приду дегустировать. Угу. Все, ты выливаем. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Это нормально сейчас.